Звони, я покажу. Как можно в донатерских вещах обустроить бесплатный придумок. Конечно, это не может себе каждый позволить. Вот, донатерские вещи. Но у меня в прошлый раз, про ту кубоку, я снимала бесплатные обзоры на домики. Можете их посмотреть. Вот, ребята, она загрузилась. Она загружается, конечно, очень долго. Поехали. Первое, что я буду обустраивать, это, конечно же, спальню. Вот, сейчас я вам покажу. Берете вот такой вот красивый пол и ставите его. Конечно же, вам для чего-то где-то нужны обои. Вы выбираете, вот не знаю, какие-то... О, вижу. Вот такие обои. Ладно, ладно, шучу. Такие. Да. О, давайте... Хотя нет, давайте... Ой, ничего, на вас взяла. Вот такие вот. А, нет, давайте такие, да, такие. Ну, теперь нам надо, конечно же, выбрать какую-нибудь кровать. Мы, конечно же, берем вот такую вот самую обычную простую кровать. Ну, конечно, зачем нам еще делать? Теперь берем вот такие вот, ладно. И берем, ребята, с вами мы кое-какой милый шкаф. Сначала мы до него должны достать. Вот такой вот супер милый шкафчик, который можем вот так прикольненько покажу, вот так открывать предметы. И мы, конечно же, ребята, с вами берем картины. Картины, 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 картины. Конечно, они у нас будут очень прикольными. Вот такие. У нас будут плакаты. Такой и вот такой вот. И теперь мы заходим вот сюда вот. И мы берем вот такие вот прикольные штуки. Теперь ищем еще какие-нибудь прикольные. И вот берем, еще вешаем, сейчас покажу, вот такие вот сюда вот. И берем, наверное, и ставим какую-нибудь тумбочку. Конечно, это у нас должен быть какой-то столик, поэтому мы, ребята, ставим вот такой вот. Супер, не знаю. Вот как сказать можно, но мы лучше поставим обычный стол, где мы будем делать уроки. Ну или там что-то другое, к примеру. Такое не подходит. Вот такой вот. Вот такой мы ставим вот сюда посерединке. И как же без каких-то кресел? Мы берем вот такое вот милое с котиком. И растения, мы не забудем же про них. Как же без освещения? Кстати, забыла сказать, вот такие цветочки мы добавляем. Такие вот. Мы сюда вот так вешаем. И ставим вот сюда вот. И оно у нас светится вот таким прикольным фиолетовым цветом. Но нам этого будет, конечно, мало. Потому что она не такая настолько сильно осветить. Она не может настолько сильно осветить. Поэтому, ребята, мы убираем один плакат и одни наборчики. Вот так вот как-то. Вот сюда мы добавляем их, да, вот так. И берем с вами вот такой вот милый опять светильничек. И, конечно, ребята, мы берем очень крутые растения. А куда нам их ставить, правду говоря? Это для кого вообще? Да, трэш. Ладно, возьмем, наверное, вот такие цветы. Наверное, здесь нас вот так примут. Ну,
Или давайте такие вот возьмем. Не, давайте такие вот. Все-таки растения мы оставим. Так, дальше мы заходим опять сюда, вот, конечно. Куда же нам еще заходить, и берем вот такие вот милые подушки. И вот так. Такая вот прикольная комнатка у меня получилась. Теперь как же мы, ребята, не обойдемся без нашей любимой большой, самой прикольной комнаты. Мы скорее начнем с кровати. Но мы хотим, конечно, чтобы она светилась. Поэтому я для этого припасла один лайфхак. Очень крутой лайфхак. Заходите в светильники и выбираете вот такой вот светильник. И потом, когда мы включим этот светильник, то, в принципе, ничего не будет видно. А когда мы его выключим и включим вот этот светильник, то у нас будут подсвечиваться голубым шторы. Что прикольный лайфхак, я вам показала. Вот так. Ну, мы эту кровать, конечно же, оставляем. Потому что, ну чё это мы? Ну что, без кровати жить должны? И давайте, пожалуй, возьмем вот такие вот пути, которые добавляют в нашу прикольную комнату атмосферку. А теперь ставим вот сюда такое вот супер милое кресло. Кресло, то есть. Кресло, сказала нечаянно. Теперь выбираем вот такой вот милый стол. Куда же он без стола? И на него ставим вот такое фиолетовое кресло, которое идеально подойдет. Только сюда мы еще должны добавить каких-то предметов, чтобы наш стол не казался таким пустым. И сюда, как вы поняли, мы добавим барабанный дробь, барабарабарам, вот такой вот милый блокнот с ручкой. Вот так, кстати, делаем, чтобы можно было писать. И как бы с вами мы берем какую-нибудь прикольную статую. Хотя нет, давайте вот такой вот укулеле возьмем. И сейчас мы с вами, ребята, ставим сюда посерединке. Это куда? Что же мы поставим? Правильно, компьютер. Чтоб можно было во что-то поиграть. А то такой... Так, поиграю-ка я в компьютер. Точно, у меня же компьютера нету. А мы возьмем не компьютер, а аж телевизор. И как бы возьмем клавиатуру к нему. Вот такая вот будет маленькая клавиатура. Мне кажется, что по крайней мере это клавиатура. Ставим сюда вот кресло. Теперь мы ставим какой-то цветок. Прикольно. Мы возьмем вот такой вот цветок. Это как бы не цветок, это еще целое. Поэтому мы его, наверное, уберем. Или такой возьмем. Ну, не знаю, как вам, ребята, но я, кажется, подобрала им цветочек какой-то. Сейчас мы выбираем. О, вот такой вот мне нравится, вот такой прикольный. Или, может быть, такие вот. Может быть, такой цветок. Может быть, вот эти два цветка. Может быть, так вот один. Или вот такой вот второй. Ну, мы, наверное, выберем вот этот. Потому что он сюда вписывается. Ну, мне кажется, нормально. И как мы выберем? И выбираем вот такие вот супер милые обои. Ну, мне очень, ребята, нравится. Как к вам? И сюда же мы ставим вот такой вот супер милый, супер классный, по ему минимуму пол. И как же без ковра? Вот, ребят, вы живете с ковром? Вот я без ковра живу, это печалька. Ну, зато я живу сейчас с халабудой. Вот такая вот, вот такой берем коврик. И освещение, и... Ну, мы его надо где-то выжиблять все-таки. Мы же такие, вообще тут темно.
мы не будем так делать, поэтому мы ставим вот такую лампочку. Но это еще не все. И вот такие вот лампочки. Хотя нет, ребят, мы забыли кое-что добавить. Это картины. Почему картины? Это святое. Это не... Про это вообще нельзя забывать. Как же без этого живется-то? Мы, наверное, возьмем не картину, а целую вот такую вот доску, наверное. Только куда мы ее поставим? Давайте вот вместо этой паутинки. Что она нам вообще нужна? Никто не говорил, что она нам нужна. Поэтому мы ее убираем. И вот, давайте, пожалуй, подклеим какие-нибудь линки с фотографией. Вот, которые можно вот сюда, к примеру, повесить. Вот такие вот. Вот этот фотоаппарат может давать фотки, да. Вот такие вот две фотки. И последняя. Это чисто для смерчика. Вот так. Хотя давайте добавим еще каких-то подушечек. Вот, давайте вот таких вот. Таких вот сюда добавим. И вот таких вот. Прикольно. Да. Вот такая супер-ваушная комната у меня получилась. Ну, и теперь мы будем делать вот эту комнату. На самом деле, у меня для нее уже есть крутая, прикольная, мне кажется, как ванна, идея. Выбираете вот такой вот крутой пол. К нему добавляете вот такие обои. Теперь берете вот такую вот. И как же без полок, без полок, без полок, без полок, без полок. Без полок жить невозможно. И теперь мы берем вот такую вот супер милую, как сказать, милую полочку. И теперь как же без стола? Стол в нашу хату. И вот такой вот столик у меня. И вот так вот. И берем, конечно же, какую-то. Вот такую вот милую сетиночку. Опять добавляем вот такой вот кубик. Ну и вот сюда мы добавим какой-то кубика Рубика. А чё, мило? Как же без освещения? Вот сюда мы... Вот так мы добавляем вот сюда вот. Вот как нам добавить теперь освещение. Правильно, конечно, благодаря Мишке. Вот такому Мишке мы добавляем освещение. И, ребята, растения. О, ребята, это будет легендарно. Ой. Она у меня забрыгалась аж. Это она такая, типа, легендарная. Слышала? Барабанная дробь. Тут, на такое не подписывались. А как нам ее теперь убрать? Все убрали, вроде бы. Я никуда не буду больше ее вешать. Ну ладно, давайте, наверное, возьмем тогда, раз сюда не получается, вот такие вот растения. Вот такая у меня комната получилась. Всем пока!